проснулся утром на градуснике плюс 7. Я посмотрю, как тут Валерик. Валерик, доброе утро, как спалось? Доброе утро. Спалось отлично. Воздух хороший, как всегда, но холодный. Тепло было. На яхте кофе. Это кайф с утра. Только он помогает прийти в состояние, когда можно выйти наружу, наверх. Оружие у нас там. Не всякий захочет выйти при 0 градусов с утра наружу. Ну, а мы идем в магазин за продуктами. Сегодня понедельник, магазины открыты. И большое желание что-то купить из продуктов. Вот так вот, друзья мои, цветет лаврушка. Просто красивое дерево весной. Обалденно. Впервые вижу. Потом поближе сниму соцветие. Здесь далеко идти. Здесь вот такой вот. Сегодня ночью самая большая луна, и все вышли на пирс сюда посмотреть на это необычное явление. Слушай, ну ультравайт это вообще что-то, что-то с чем-то. Да что такое? Ну, это камера. А, я думал, сигарет. Вот очки. Вот посмотри, что тебе надо сделать, видишь? А тебя в лодочку посадить вот так, как Сережа. А тебя в лодочку посадить. Ультра, что-то дать. Согласны так? Да конечно, я везде согласна. На все. И на все. Я как Герасим, на все согласна. Ваша лодочка уже преобразилась? Да, мне вот туда еще надо слазить. Вот туда? Да. Ну, как ее туда затащить? Или Федю отправить. Или я туда полезу. Ну, кто-нибудь. О, как припекает-то. Что, нырять? Сейчас я палубу подраю. Мы сегодня решили, сегодня хороший день, яркий, солнечный, припекает знатно. И мы, ну то бишь, я хочу помыть наконец нашу леди сверху, палубу. Thank you.
Да, да. Я сюда и вышел специально. Грузы легкие. Прочистил. Да. Мишу большое спасибо за предоставленную эту шнягу пятиминутку. Ну, наверное, ее на меньшую хватает, но так, в принципе, здорово. Одна сторона винта чистая. В следующий раз пойдем другую чистить. Ты хочешь мне нарезать? Сейчас. Ты, короче, медленно. Как бы спеши медленно и будь готов, что тебе надо вдохнуть наоборот все. Короче, там разберешь. Я сначала по старинке начну, а там будет. С Богом.
on your toes, don't forget the dot the I. Write a little note on your toes, don't forget the dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as pie. Let's do the breakaway, get hotter